Хоба! Всем здорово, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Swamp Attack, и сегодня мы с тобой, наконец-то, откроем тетю Клаву, притом у нас 64 тысячи, господи, пацаны, очень-очень много денег, я пока что коплю, чтобы тетя Клаву прокачать, чтобы она была вот прям, знаешь, там, молниеносной, как я понял, она будет, в общем, вот этим вот веслом, капец. Орудовать, прошу прощения, я только попил мне компотик. Бабуля, такой хороший компот сделала из вишни. Спасибо ей. В общем, сегодня без кваса. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, братишки. Все, давай, тащи тоже вкусняшку какую-нибудь. Мы с тобой начинаем. У нас дофига бабла, у нас нифига оружия, блин. Да нас сейчас покрошат тут. Опять, что мы, опять НЛО? Эй, погоди, вроде как НЛО уже должны быть в прошлом, почему они вдруг объединились? Ах вы жопы вонючие, сейчас по идее какие-то мутанты должны быть. Так, но я пока не знаю, не, ну посмотри, это просто жопа какая-то. Так, мы применяем с тобой давай офигенные всякие штуковины. Кроме дробовичка у нас что-то ни хрена нет. Но дождь мы с тобой, кстати, вообще в прошлый раз прокачали жестко, поэтому... Что-то работает, отлично, бобрятину на раз берет, половину выстояли. Ребята, с удивлением мы с тобой живем, а? Так, норм. Ну, это пока, видишь, старые монстры, они там с бензопилами. Дружба, блин, помню вот эти вот бензопила, дружба. Бензопила, дружба. Дружба. Капец, вот такой дружбой, блин. Так, пусть он перезарядится, братишка. Давай, аккуратно. У нас еще есть 3 холодильника, поэтому я... О, да у нас еще и дождь. Ну все. Теперь мы точно выиграем. Отлично. Я на самом деле сейчас немного соковал то, что думал, сейчас что-то будет такое. Норм. Значит, короче, активизируем дождик. Давай, шикарный дождь. Пока перезаряжаемся с тобой. Хоп. Да блин, да что он не горит-то? Ну-ка, быстро гореть. Дождь, видишь, закончился под конец. Ладно, ребятки, бобрятки. Давай на раз, два, три. Хоп. И это все из-за того, что у меня какой-то жареный стейк был? Ребята, вы серьезно, что ли? Да я вам, не знаю, столько стейков могу бесплатно. Главное, не трогайте меня. Они же, блин, вообще офигели. Из бобрятины сколько можно сделать, да? Из крокодилье. Они же, типа... Но это получается, знаешь, это... Ёкарный бабай, там босс! Короче, это получается как каннибализм, но... Если ты не знал, как бы голуби жрут голубей, как бы они клюют. Это я видел. Я видел, пацаны, это жутко. Пипец, сколько бобров! Боброва мама! Ёпарасете, вы точно думаете, что мы сможем тут... Справиться так, устанавливаем, быстрее, там еще и босс. Конкретная задница, ладно, я очень надеюсь на нашего братишку. Мы должны справиться, я верю. Братан, давай, жизек у нас дофига. Патронов нифига. Ну, на всякий случай, если что, мы с тобой. Сам понимаешь, последний холодильник остается мне. Придется применять перчик, думаешь? Давай! Пошел, братан, давай за всех! Давай! Вперед! Да-д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 а! Хоп! Блин, а сколько у бобра-то жизней? 6, 5, 4... 3, 2, 1. Фу. На будущее. Ни в коем случае не применять так. Блин, мы что, 2000 заработали? А бобер-то, этот большой бобер, как его-то? Ой, мне кажется, он сейчас распилит. Офигеть, это 2 бобра делают, прикинь. Знак стоп! Стоять, пилить запрещено! Все, нам пипец. Нам хана, пацаны. Он, мне кажется, свои бензо... Он еще и зубами, что ли, работает? Пипец.
Ну, конечно, мы не будем это тратить. Жалко, жалко, перчик, мы с тобой заюзали, но... Два косаря... О, четыре. Четыре тоже неплохо. Мы сейчас, конечно, закупимся. Ничего. В шестом эпизоде. Блин, быстрее. Давай, 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 ребята. Сейчас, косморужье. Вот так вот. Слушай, давай, наверное, косморужье нам надо будет прокачать. Батареек побольше. Все, кислотных дождей. Ну, это на самом деле не очень спасает. Как-то прям можно сделать, но... Все, начинаем. Блин, жалко, первый уровень такой. И нету такой специальной фишки, как, знаешь, растение против зомби, где там просто-напросто нажимаешь там. Ну, зато мы можем вот так вот делать, и все нормально. Потому что батареи у нас на максимум прокачаны. Сейчас с тобой, так сказать, зададим им жару. Дадим просраться гребаным монстрам, крокодилью. Всякие Майки Вазовские тут, блин. Давай, два. Двойная защита, мультиубийство. Бобры там лезут куда не надо. Все, отлично. Хорошо, хоть уборщиц нет. Потому что вот уборщицы, это вот самое жесткое. Ну, мухи Жеки тоже как бы нам давали просраться, но, по крайней мере, не так сильно. Нет, тут мы можем вообще на изи, наверное. Вон, видишь, что делаем. Просто из них мясо. Так, аккуратненько. Давай, 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 следующие. Следующие, подходите. Давайте, братишки. Блин, да ладно, вот этих всех надо убрать, четверых бобров, да на изи. Сейчас, сейчас идут. Летят, летят. Давай, разбираем их. Вон там большой уже бобренок. Так, ну он что-то разбираться плохо. Не хочет разбираться толком. Так, много не тратим. А то что-то я слишком уж как-то... Офигеть, закупился. Не, ну надеюсь, сейчас окупится все, потому что это как бы мини-босс, и он должен... Давай, бобер. Что-то, блин, кто-то ему там заклеил вот эти вот шрамы, хвост ему кто-то... 500! 500 нам дали, но... Новое достижение какое? Маньяк! 5000 хп! Что это? XP, хп! 25 штук! Стоп, мы скопили 180! 80к! Фух, неплохо, неплохо, я тебе скажу. Что-то я столько даже и не думал, что мы с тобой хоп-хоп так. Отлично, отлично, мне это нравится. Так, и у нас открываются хард-уровни. Это замечательно, если нам нужны будут бабки, мы с тобой сможем спокойно. На шестом уровне дается вот эта фигня. А баба Клава на каком? Мне интересно, просто, просто. На десять... Блин, жалко. Жалко, конечно, но двухстволка, наверное. Берегись, лодки! Так, ну это полная фигня, потому что пацаны как бы... Как бы знак стоп, все дела. Просто бросаем эти штуки. Я даже не напрягаясь буду проходить уровни. Это при том, смотри, мы практически уже прошли. Мне нравится, мне определенно нравится. И вот интересно, сколько всего... Ну, на двухстволку, наверное, уйдет... Двухстволка мне определенно тоже нравится. Блин, мне все нравится, а? Все нравится, опа. Дождичек. Так, знак сноп. Стоп, работает. Так, давай, чтоб быстрее. На лодках. Прикинь, сейчас будут скоро еноты на лодках. То есть они откуда-то взяли, арендовали лодочки. У каких-то туристов. То есть они всегда были на каких-то динамитных шашках. Не знаю, откуда вообще эти динамитные штуки. Сейчас вот... Енот-моряк. Ходить по земле для него слишком медленно, поэтому он раздобыл лодку. ТНТ. Офигеть. Он врежется по-любому, знак стоп. Вау! Братишка, надо быть аккуратней. Все, сейчас... Пошли на дно. На дно! Моряк.
Енот-моряк. Не, ну они, блин, быстро. Прошу про... Не я! Быстро, однако, катят тебя, блин! Ай, поджгли все-таки, сволочи, а! Позорные! Ладно, хоть в слюнях, но не в соплях рука. Короче, пацаны, скажите, как лучше чихать? Типа, когда ты... Нормально. 9 косарей. Не, ладно, в этот раз не буду я смотреть рекламу. Пофигу. Только... Магазинчик зайду. И что-нибудь куплю. Да, вот все то же самое. Как бы мы все равно в плюсе, так или иначе. Короче, как лучше... Пацаны... О, комары, ненавижу их. Ну, блин, только забыл, потому что у нас уже зима в ЕКБ, у нас там... У нас уже снег, ёкаламане. Как лучше чихать, друзья, в себя или наоборот, как бы... Проблема одна, то, что микробы, как бы, ты там распыляешь, да, но... Сдерживаться тоже вроде как нехорошо, я читал, то, что это там чуть ли не инсульту приведет, или еще чего-нибудь там произойдет. В общем, всякую фигню в интернете, конечно, пишут, но я что-то вот это запомнил почему-то. Итак, что-то у нас дофига денег, довольно, однако, неплохо. Так, тихо-тихо. Ну, можно обновлять, потихонечку кидать. Короче, мы настолько сейчас прокачались, что можем реально электро этими штуками баловаться. Енотов колотить. Так, что там, мемка? А, отлично. По комарам! Ля-ля-ля-ля-ля! В реальной жизни, прикинь, бы так было. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Енотик! Успокойся, бро. Один чуть не доехал до меня, офигеть. Так, готовчики. Давайте, давайте быстрее, у меня пропадают они. Вы чё ждёте? Конечно, сопли. Блин, когда чихну, сразу чё. Говорят, чтобы, ну, типа, не чихать, можно нёбом как-то язык к нёбу сделать. И, блин, откуда я эти советы вообще, блин, узнал? Я даже не помню. Сейчас вам рассказываю. Ну все, аккуратно так, аккуратненько, аккуратненько, осторожненько. Все, эти последние, да, ребят? Ладно, последнюю, так уж и быть, ради вас трачу! Вы должны быть благодарны, что на вас столько тратится. Гребаные еноты маленькие, засранцы. 20 косарей, двойная награда, пацаны, 20к, вот так, все отлично. 96 тысяч и какие-то, я не знаю, еноты с оружием, мега-оружием. Нам батареи надо будет побольше. Пацаны, по любасу. 20 максимум, кстати, я никогда это не знал. Болотный монстр. Итак, давай, давай, аккуратненько зажигай, быстренько пару... Электрических блоков подключай. Ну это акумчики такие хорошие. Не знаю, откуда сворованные. Блин. Ну как откуда? Из капотика там от девяток, от десяток. Так, ребят, что-то вы плохо идете. Не, если честно, плохо, реально. Ну-ка давайте всем стадом вперед. А то что-то, блин, по одному, по два. Что за редкие ряды? Надо больше, надо больше, пацаны. Ишь ты, блин. Так, раз, два, три, Калина, 270, мы с тобой, Скунс. У него кончился вонючий газ, но не ракеты. Так, понятно, все понял. Так, в принципе, уничтожается, ну, не быстро, но аккуратненько. То есть, чтобы он нас там не стрелял, там их штук 20, я не знаю, идет. Офигеть, смотри. Блин, они же идут, идут, какой-то просто ад. Крысы, блин, ну на кой фиг вы против меня пошли? Можно было бы, знаешь... Ух ты, нифига себе, блин! Вы там офигели! Я на вас столько трачу, блин! Ладно, хоть окупается, да? Притом очень-очень жестко окупается. Давай, давай, пошел, Вася! Дядя Жора, вперед! Дядя Миша его зовут, но дядя Жора тоже можно называть. Ключевое слово дядя. Фу, даже сложненько становится. Я прям как, я не знаю, я чую прям аж
Так, пацаны, все, хватит. Гребаные белки вонючие. Блин, белки. Так, 920. Ну, мои, блин, штуки уже не работают. Ну-ка, быстро. Так, надо что-то новенькое. Это по-любому. Потому что, ну я вижу, блин, видишь, как-то мы... Они как бы идут, и что-то все это медленно работает. Видишь, акумчики, ну, дают. О, это другое дело. Так, на. Все. Готово, пацаны. Мы получаем шикарно. Батареи покупаем 20 штук. Надо кислотный дождь. У меня, кстати, на максимум. Смотри-ка, я что-то даже это проглядел. Я хочу сегодня двухстволку обязательно. О, как хорошо, мы прокачали, но... Но как бы... все у нас забирают, вообще все. Сосранцы! Мы же без всего... Холодильничек. Давай, поставим. Капец. Еще холодильник. Так, на бобрят охотимся. Фух. Какое-то затишье, да, такое появилось? Прям... такой непонятный. Но это нам дают специально, чтобы мы с тобой как бы это... Акумчик. Вовремя, вовремя поставил. Все норм. Акумчик ставим. Так, стоп. Холодильник есть. Офигеть, скунс там сносит. Так, ну, ну этих-то мы, думаю, и так, как бы... Давай, перезарядимся и... Как бы подождем, друзья. Тихо. И смотри, главное... Тарелка, где? Где тарелка? Вот. Все, отлично. Спасибо за подарок. Так, давай ставим эту штуку. Подарок. Все, это последнее. Тварына. Круто, четко, друзья, мы сработали с тобой тут, ну, я не буду получать, ну, хотя неплохие бабки, 102 тысячи, офигеть, просто офигеть, сейчас мы с тобой получим вот двойная проблема, дабл трабл, я понял, прикол, так, давай, и дождь, и это включаем, ну, у нас, как бы, свои штуки, как бы, есть, сейчас мы тут разрулим. Нормально. И дождь нам нипочем, и это. Все, давай, ставим эту всю фигулину. Я даже не знаю, что там происходит. Просто уже они погибают, бедные. Так, Рэмбо. Так, косарик уже есть, отлично. Короче, дождь, электричество, это круто. Может, что-то дальше еще будет. Там, видишь, свинороллы всякие есть, еще всякая такая штука. Понимаешь, вот это все бы нам как бы потребовалось бы еще как. Так, давай, раз, два, три, четыре, пять... Ну, тут мы полюбасу выиграли, естественно. Все, пацаны, неплохо. Правда,
Вот оно, пацаны. Я не знаю, что это за штука такая. Сейчас мы с тобой узнаем. Двухстволка. В два раза мощнее, в два раза быстрее, в два раза веселее. О, она заменилась. Да ладно. Она заменилась, ты прикинь, то есть как бы у ней бесконечный суперобойм улучшит. Мы практически на максимум сделали. Давай проверим, давай ее протестируем, я хочу прям посмотреть. Болото смерти. Офигеть, она просто... Им хана. Им просто хана, пацаны. Это пипец. Погодите, ребята. Я зря эту штуку сделал, потому что у меня двухстволка. Это жесть. Красиво. Только проблема в том, что уровень такой... дурацкий в плане... Знаешь, почему он дурацкий? Потому что туман, блин, нифига не видно. Но теперь мы можем, смотри, что делать. Не, но все равно, конечно, нужно акумчики покупать. Это по-любому. Без акумчиков все равно мы с тобой, ну как бы это... Не прям супер-супер, понимаешь? То есть... Можно выстоять, но... В общем, мощь надо улучшить. Обязательно. Это мы уже сделаем, я думаю, в следующей серии. Так что не переживаем. Но, блин, за двухстволку не забудь поставить лайкос, бро. Мы наконец-то до нее дожили спустя столько времени. Но я рад. Я рад, что мы с тобой все-таки дожили как бы до этого момента. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, не очень хорошо. Но... крутая. Крутая вещь. Ничего не скажешь. А на этом мы, друзья, пока что заканчиваем. Всем я желаю хорошего настроения, приятного... там, не знаю, чем вы сейчас займетесь. Бай-бай, дорогие братишки.